Привет! Трибуарн! Видимо, Сейндук тоже решил запрыгнуть на хайп-трейн, который, по-моему, уже давно проехал. И, видимо, Сейндук решил запрыгнуть не на трейн, а на рельсы, да? Короче, выпустил ролик, связанный с Аркейном. Называется «Аркейн за 3 минуты». Интересненько. Я так понимаю, это чисто анимация с маленьким пересказиком. Я такого еще, по-моему, даже не видел. Видел только просто пересказы, видел всякие обзоры и так далее. А это прям Аркейн за 3 минуты и с анимацией. Интересно будет посмотреть, я уверен, что будет офигенно, так что погнали глянем. Я тоже постоянно задавался вопросом, почему он так прыгает, камон, он больше, чем я, что, я не понимаю. Знаете, что мне показалось вот этот шарик? Это как будто бы аватар Аанг сидит. Прям такая же одежда, такой же голый купол. И чё? Итак, я хотел, что это за место, хватайте все самое ценное и валим. Да. Бутербродики. Ой, желатушка. Нифига себе жвачечка. Интересно, где она такую откопала. Чё это было? А ну стоять, детвора! Слышь, дай посмотреть мешочек. А фиг тебе, на тебе мешочек под глазом. Чёрт. Ну вот, мы потеряли этот мешок навсегда. Мы никогда не достанем его оттуда. Теперь он на неизвестной глубине. Вам-то какая разница, вы даже не знаете, чё там. Гопники. Навсегда. Всплыл. Я всё испортила. Да, именно так! Мы тебя все равно любим. Нет, не любите! Вы все наказаны! Вы меня не любите! Ладно, не наказаны. Ты прям реально то, что там и было. Блин, это шикарно. Ты упустил синие штуковины! Да я вообще пришел акваланг у тебя попросить, или хотя бы высокие сапоги, я их легко достану, если... Какой же стрёмный акваланг! А, или это сапоги? Блять, кто я? Его хрен его знает. Протяни руку и забери эти синие штуковины. Блин, мои бутеры. Сочувствую, чел. А ты кто вообще? Кто вообще? Старый мистер. А ты кто вообще? Эй, ну меня же обокрали. Полный отстой. Да-да-да. Вот какой-то бред вообще. Фу, да, ты прав. Как ты понял, что он сказал? Седрипио! Мне он мой бро. И мой жених. И чё? Вы кто такие вообще? Член совета! Как чуваку повезло, да? Из тюрьмы достали и сразу членом совета сделали. Не трожьте моих детей! Ладно. Ой. Так и быть, он заночует у меня. Надо спасать батю! Гоу, 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 мувы! А разве он и наш батя? А ты еще очень маленькая, я слишком боюсь тебя потерять, потому что очень люблю тебя так. Откуда она взяла жвачка? Что сиди дома. Она меня не любит! Не любит! Мы тебя спасем! Не спасете! Короче, выйдем через окно или типа того? Просто это хорошо! Ура, я всех спасла! Вот теперь мы тебя не любим. Дура, ты всех убила! Вы меня не любите! Здравствуй. Сука, это реально было странно. Новый папа! Ты тоже не настолько маленькая. Несколько лет спустя. Я изобретатель всяких крутых штуковин. Да. Ты хотел сказать, мы изобретатели. Ты кто вообще? Ты кто вообще? Я умираю от смертельной болезни. Кто это сделал? Кто это сделал? Старик с глазом. Серьезно? ХЗ. А за что ты сидишь? ХЗ. А как ты сохраняешь свою прическу в таком идеальном состоянии даже в тюрьме? ХЗ. ХЗ. Все, ты свободна, мне это нравится. Ты крутая, давай дружить. Ох, я умираю, как же мне одиноко. Я давно хотела тебе сказать, что ты мне очень нравишься. В сериале этот момент был такой, этот грустный, печальный. Мне аж плакать хотелось, а здесь... Как же мне одиноко. Сестрёнка! Бухло. Здрасте. Погоди,
тебя что, новая сестра? Нет, ты все не так поняла. Ты меня не любишь! Я отомщу старику с глазом. Я тебе помогу. Бедный пацан. Знаешь, что-то я передумал. Вроде бы в сериале это выглядело все более-менее норм. Типа логично в каких-то моментах, да, но... Смотрю с Индука, и как будто бы такой абсурд там происходил, жесть. Ну передумал так передумал. А ты перчатки мои отдашь? Фиг или тебе. Потом занесешь. Захвати заодно PlayStation, который я давал на неделю, ладно? Эй! Я объявляю богатым войну. Не надо. Хорошо. Хорошо, не буду. Уговорил. Запомнишь, это мой новый батя. Но он убил твоего старого батю. Да ладно! Шурин, это мой новый батя. Ну ладно, окей. Теперь меня точно никто не любит. Это не так. Да вашу ж кашу, какую мне еще нужно натворить херню, чтобы меня наверняка больше никто не любил? Ага, она именно этого и хотела, оказывается. Из планеты получился дискошар. Пересказал, нарисовал Дима Сэндук. Блин, нарисовал он прям мега офигенно, знаете. Вот этот стиль и рисовки, и подача материала выглядит как указ Ван де Пула. Правда, со словами, ну это просто шикардосина. Несчастье! Каждый хочет быть моей вражиной! О, там еще и реклама в конце. Год красный для всех любителей видеоигр, желающих прогамать все новогодние каникулы с пользой. Есть возможность... Там дальше реклама, да, в конце будет полностью, я так понимаю? Ну, да. Блин, если честно, я бы послушал еще и вот этот вот кавер от Сэндука на Imagine Dragons. По-моему, это было бы замечательно. Ролик получился мега офигенный, мега угарный. Я что-то давно так не ржал прям с анимацией, с какой-либо, ну, может быть, с Кас Ван де Пулой только, да? Последнее время. А это прям и нарисовано офигенно, и трешачком попахивает прям очень хорошо. Сэндуку огромное спасибо за этот экспириенс. Я вообще хочу, чтобы он почаще делал такие ролики, типа, что-то за 3 минуты. Вот, например, Аркейн он сделал, а почему нету игры в кальмара за 3 минуты от Сэндука? Давайте вместе попросим его, пусть он сделает вот эту вот рубрику на постоянной основе, потому что, ну, много же всякого интересного выходит. Вот сейчас Человек-паук вышел, крутой, мне очень понравился. Может быть, он сделает, например, тоже Человек-паук за 3 минуты, все 3 части. Может, даже уложится, а фиг его знает. Я бы, например, реально вот постоянно бы смотрел такой контент, мне он вкатывает от любых блогеров, а Сэндук делает еще это прям мега офигенно. Спасибо ему большое за контентик. Лайкусик, я уже вроде... Да, я еще поставил его в самом начале, потому что шикарный видос. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Всем пока.